Привет, хардкаверяне! С вами канал Хардкавер. Приятного просмотра! Прежде чем мы окунемся в мир безумия с партнершей Джокера, небольшое объявление. Пожалуйста, оформи ежемесячную подписку на канал во ВКонтакте, если, конечно, его судьба тебе не безразлична. Ну, в смысле судьба канала, а не судьба ВКонтакте. Ну, вы поняли. Даже 6-7 постоянных подписчиков уже сделают погоду. И у меня не будет ощущения, будто я трачу время своей жизни зря, делая ролики сомнительного качества. Если вдруг ты надумал присоединиться к теплому семейству хард-донатеров, то соответствующая ссылка и все плюшки от подписки ждут тебя в описании. Джокер, выпуск 4. Тюрьма Блэкгейт. Кажется, у Брайана совсем плохо идут дела в ДС. Вон он уже охранником в тюрьме устроился. Мужчина, услышав странные звуки из женского туалета, забегает в помещение, где видит на полу избитую панчлайн. Охранник вызывает скорую в надежде, что девушку еще можно спасти. Колледж Снайдера. Год поджег подвальное помещение, чтобы улики на Алексис Кей превратились в угольки. К сожалению, здесь также находится парализованная Блюберт, которую ждет горячий прием на том свете. Ну, то есть, так было бы в жизни, а это у нас комиксы, поэтому Харпер, потратив последние силы, роняет свой бэт-крюк на пол, выстреливает им в окно, да так удачно, что сил в одной руке у нее хватает, чтобы выдержать вес всего ее тела. Короче, очередное фэнтези перед нашими глазами. Лесли Томпкинс понимает, что у ее помощницы проблемы, поэтому вызывает ей подмогу. Также она добавляет, что в Блэкгейт как раз в данный момент отбывает срок девушка, с которой Алексис мечтает поквитаться. Потому нужно как-то ей помочь. Тем временем на зоне в медблоке. Как мило, панчлайн пришли навестить подруги, королева Пик, темнокожая девочка, азиатка и касатка, которая как раз и избила девушку до такого вот состояния. Пик пришла не посочувствовать, а лично увидеть, как потухнет свет в глазах девчонки, которая несколько номеров назад обидела ее. Но тут, что весьма неожиданно, касатка бьет своего лидера. Оказалось, своими последними словами в прошлом выпуске панчлайн открыла своей противнице глаза. Пик важно только уничтожить Алексис, а вот что касатки продлят срок заключения, ее мало волнует. И королеву припечатывают лицом об кафельную плитку. Так близко ее мордаха еще не была к ногам Алексис никогда. Панчлайн коварно улыбается, ведь она совершила только что политический переворот. Королева мертва. Да здравствует новая королева Блэкгейт. Продолжение следует. Еще раз благодарю сердечно тех донатеров, имена которых вы видите на экране. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч на просторах Хардкаверии! Охранник вызывает скорую в надежде, что девушку еще можно спасти и попользовать.